Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проверили, как соблюдаются меры санитарной безопасности в 4 супермаркетах на Можайском шоссе в Одинцове. Проверяющие отметили, что входные группы магазинов и кассовые зоны оборудованы санитайзерами, режим социальной дистанции соблюдается, сотрудники супермаркетов используют маски. Кроме того, проводится регулярная обработка поверхностей. Аналогичные рейды в ближайшее время пройдут на предприятиях сферы услуг и заправочных станциях.